Каким бы ни был сорт картофеля, без правильного подхода к его выращиванию хороший урожай не получить. На межрегиональной выставке представлены удобрения, которые позволяют овощам быть вкусными и полезными. Что должно быть в удобрении и почему оно так востребовано на рынке Чувашии и за ее пределами, расскажет Анна Центовская. Биогумус «Биоэксперт» – универсальное органическое удобрение. Проще говоря, оно содержит в себе все для того, чтобы овощи были вкусными и полезными. Стоит один раз попробовать, и другие удобрения будут не нужны, делятся постоянные покупатели. На выставке в прошлом году познакомилась с этой компанией «Биогумус». Я уже пользовалась и знаю, как эти препараты «Биогумус» работают для растений. Это экологически чистые, здоровые овощи вырастают. Один стаканчик в лунку, и через пару месяцев на грядке сочные мясистые помидоры. За основу биогумуса взят переработанный калифорнийскими червями навоз. Ускорение созревания плодов, повышение урожайности и иммунитета растений гарантировано. Оно такое универсальное. То есть для простого садовода, для дачника не нужно, значит, брать там разных удобрений, смешивать какой-то пропорции, бояться, что можно дать больше или меньше. То есть биогумус, он содержит в себе и уже азот общий, калий, фосфор, микроэлементы, органические вещества, гуминовые кислоты, фулевые кислоты. То есть это такой поливитамин получается. Удобрения крестьянско-фермерского хозяйства «Грацель» заказывают в Мариэл, Нижнем Новгороде и Татарстане. Сейчас компания начала разрабатывать и жидкий биоэксперт для крупных фермерских хозяйств. Намного мощнее, намного питательный грунт идет. Не болеет рассада. Урожай хороший получается. Я специально пришла сюда, к нему, к этому производителю. Обязательно еще возьму себе. Найти универсальное решение для выращивания урожая можно на межрегиональной выставке картофеля в торгово-выставочном комплексе «Контур». Третий этаж, 80-й стенд. Анна Центовская, Георгий Кривошеин, Республика.